Развитие отрасли животноводства является одной из ключевых задач аграрно-промышленного комплекса Волгоградской области. Поддержка животноводства дает возможность активно развиваться семейным фермам, крупнотоварным и личным подсобным хозяйствам. Благодаря получению грантов на открытие семейных ферм в регионе растет производство молока. За три последних года фермеры нашей области получили 89 грантов на развитие животноводческих ферм. В их числе и фермер из Клицкого района Андреев Дмитрий. В рамках полученной суммы он обновил парк техники, построил и запустил доильный зал «Елочка» с индивидуальными счетчиками учета молока. У нас хоть посоветовать советчик, конечно, каждого свое. Есть что-то приобретение, кого-то нравится, понравится «Елочка», кому-то понравится что-то другое. Но на данный период времени мне изначально понравилась «Елочка». Из-за этого я осматривал ее на все 100%. На очень стало удобно, в первую очередь не так стоишь. Вымыть все перед глазами, помыть, все это сделать, обработать, посмотреть, что какие. На все пятерки могу сказать, что все стало удобнее. Полностью только происходить. Компания «Все для фермы» произвела монтаж оборудования доильного зала и взяла на дальнейшее гарантийное и постгарантийное обслуживание эту ферму. Главное преимущество доильного зала «Елочка» – это цена. Покупатель вправе сам выбрать комплектацию оборудования. Оборудование доильного зала изготовлено из прочных конструкций, не имеет острых углов, что предохраняет животных от травм. Металлоконструкции имеют покрытие, выполненное методом горячего цинкования, что позволяет длительно эксплуатировать их в агрессивной среде. Защитный борт по краю технологической траншеи предохраняет доярку и животное от несчастных случаев. Надежные лестницы для спуска в доильную траншею обеспечивают дополнительные удобства при эксплуатации и уборке доильного зала. Оборудование поставляется в частично разобранном виде и имеет секционную сборку. Угол расположения коров в станках относительно доильной траншеи 30 градусов. Положение коров в доильном зале обеспечивает дояркам хороший обзор и свободный доступ к вымени. Компания «Все для фермы» проконсультирует по подбору оборудования, поможет в разработке проектной документации строительства, реконструкции или модернизации животноводческих ферм, в составлении плана расходов, а также окажет услуги по проведению монтажных и гарантийных работ. Все необходимые расходные запасные части вы можете приобрести в 4 магазинах, расположенных в Волгоградской области, где вы получите необходимую консультацию по подбору товара и познакомитесь с новинками в отрасли животноводства. Адреса и телефоны на экране.